Оценить работу коммунальщиков станет проще. Глава городского округа Дмитрий Волошин вручил номерные жетоны дворникам Химок. Чтобы повысить авторитет профессии и узнаваемость, для дворников изготовили уникальные номерные жетоны. Они станут отличительной чертой коммунальщиков муниципалитета. Как вы будете вести себя в свое рабочее время во дворе, как вы будете качественно относиться к своей работе, так к вам и люди будут, наши жители, относиться именно в той же мере. Проект пилотный. В ближайшее время создадут электронную базу дворников, и каждый житель сможет оценить работу коммунальщиков. Да? Сегодня эти значки просто номерные, завтра они уже приобретут своих обладателей. То есть он будет закреплен за каждым дворником. То есть по номеру можно будет узнать фамилию, имя своего дворника и какой двор он убирает. Будем стараться перевести это все в электронный вид, для того, чтобы они получали уже оценки, и мы делали выводы о уборке городского округа Химки. Всего в подрядных организациях муниципального предприятия ДСЖКУ работает около 400 дворников. В скором времени все коммунальщики обзаведутся уникальными жетонами. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, служба новостей.